Всем привет, с вами Мегадекстер, мы играем в игру Bakugan Defenders of the Core. И у нас уже это 14-е прохождение Head Toward the Vexus Crystal. Мы уже какой раз Head Toward the Vexus Crystal, это уже начинает немного надоедать. Crystal should be here somewhere. Maybe the buildings are in the way. Let's go find a better vantage point. Head toward the Vexus Crystal. Ну да. А мы рядом с водой. Это странно. I love reading books. Can we get some more, sis? А, мальчик типа инвалид. Ну что я... Ну, не важно. Бла-бла-бла, что здесь? Ничего интересного. Странно, что в США такая спокойная музыка. Ну... Скажем так, не мне решать и... Ладно, не буду. Needles Storm. Что? Я забыл, что такое Needles. О, по лестнице можно забраться. Ничего не просто. А нифига, ха-а-а. Мужик. The earthquake started when that crystal went up. You wouldn't believe the number of car accidents. Он сказал, типа, то, что землетрясение началось, когда этот Vexus Crystal поднялся. Тебе нужно верить в то, что разбилось очень мало машин. Так, стоять, я, кажется, не туда иду. Ну, тут быстро, быстро. Так, вам тут из-за... Потому что тут, видимо... Бла-бла, вот какого чёрта ты тут сидел? Ну-ка. Отлично. Это превосходно. Мы совсем чуть-чуть осталось. О, мы успели. Так, света. А вот я сейчас там опять не знаю, сейчас. О, круто. Статуэтка персиваля. Вот. Нет, не так. Черт, спалил. Я-то думал, они настолько тупые, что. Да блин, не круто. Давай. Иди. А, то есть типа то, что я собрал? Не, ну блин, у меня гораздо больше бабла могло быть. Что это такое? Фу, блин, почему я не за... Почему я просто не залез бы? Ну да, точно, потому что... Опа-на! Сейчас. Сейчас я это увидел. И открывается внизу вот эта фигня. Сейчас мы заберем там сундук, я просто его увидел. Ну нам все равно там... Сколько тут вообще всего сундуков не собрать? Я просто так, 10. Разбитое сердце. Ладно. Да, уже я быстро уже я, наверное, сейчас уже быстро закончу Бакуган. И буду Fluid of Light. Все понял. И да, следующая игра будет, скорее всего, Skylanders Spyro's Adventure, потому что она по уровням, по длине своего уровня, она очень долгая, Sun Shield. Поэтому я буду снимать Skylanders, а потом уже Rayman Legends. А дальше уже что-нибудь новенькое. А может быть что-нибудь старенькое, но новенькое для вас. Если вы понимаете меня. Ну, вы, наверное, не понимаете. А как я... Мне невидимка заполнена. Я забыл, можно же стукнуть по этим фигням, ай. Да ладно. Надо вот мне по бочкам кидать.
Кросс Драгону... Драгону... Кросс Драгону... Ха! Его у нас нету! Ха! Супер! Чего? Не понял. Прикольно. А не круто ли, а? Офигеть! Не, ну это вообще... Это... Роботы не могут ходить по лестнице. В этом-то дело, то, что они ходить не могут. Сейчас, подожди, там что-то найдут. Ау, ау, ау. А как мне тогда забрать? Они не спали тут вообще, а? Не, они не спали. О! Что-то я его не заметил. Ну, я просто на карту не так. Магма Кэннон. Опа! Давай, мужик. Я пошел. О, вот это зря. Вау, еще. No! Ну блин, у нас только 11 тысяч. Ну черт. Не, мы быстрее, мы быстрее. Вперед! Вы что-то не так близко. Вообще как они специально ждут, чтобы я в них попал. Только вот этот что-то тормозит. Алло? Да, не, ну, да, тут, видимо, построено, потому что мы все сундуки собрали. Хоть, конечно, не... Что? Коллектор. О, круто, серебряная медаль. Коллекционер. Собиратель. Так, против кого мы тут будем сражаться? О, водяная баба. He's been trained by the best of the best. Против ее Бакугана ведь не дрались. Черт. Так, один точно сильный, про второго я нифига не знаю. Но получается, нам нельзя... А, у нас драка нет. О чем я думаю? А, драга, где ты? Так, тогда нам нужно тот, кто силен. Вот у нас он против Даркуса, и кто силен против воды. Да? Странно. Не знаю. Да, он силен там против... О, у нас все карты. Лейтон, на Дженерис. Нет, это как раз нам... Стоп. Ну да, это не надо. Триггерс и Пауфу Комбат, так? Сенс Форф и Торрент. Торрент? Charge and at an opening and causes a massive explosion. Вот это круто. Вот, нифига, вот нет, у нас... блин, нет, придется купить. Может еще ловушки ставить? Они там дорогущие. Даркус и вода, то есть нам надо... Раз... Два. Все отлично. Хотя нет, нифига не отлично. У нас бабло сколько бабла сняли-то за всю это. Это просто. Ай, блин, черт. Вот, кстати, что-то я заметил, то, что больше людей нету, те, которые карточки дают. Опа, на. Чё за росомаха? Ого. Я думал то, что как бы он во второй эволюции не девочка, точнее она. Это еще что? Вау, крутые ловушки, но я вот про вот эти водяные и красные фигни. Какого черта?
конечно, Хейтс, вот этот трехголовый дракончик. И кто? Элика. А кого мне первым мочить? Мне первым мочить... Вот это. Потому что его будет легче. Вообще, по-хорошему, мне надо сейчас замочить эти кристаллы. Где? Уже? Чё? Да чтоб вас! Да у меня они пока недоступны. А почему, кстати, он говорит? Эстра. Так. Я надеюсь, мы только один раз против них будем драться, а то я не хочу второй раз. Вот так, кстати, вот это что-то там. Вот это круто! Вот это было круто! Надо было сразу сделать там 30 комбо-атаку, скажем. Черт, я не могу это... щит ставить, я не успеваю его ставить. На! Черт, я думал, это все закончится. Как они второй раз Бакуган кидают, то есть он, по сути, умирает. О, Вентус. Пайрос. Что? Что за фигня? Я вообще не врубаюсь. Стоп. Нам надо сначала вырубить кристалл. О, нет! Нет, иди нафиг. Черт, я умираю. О, отлично. Не. Вот сейчас мой человек умер. Вот плохо то, что тут Вентус кристалл, потому что он... Комбо-атак. Черт, я умираю. Блин, они там сносят прилично. Нам надо замочить это. Нет. Иди нафиг, из кого мы не прыгаем. Правда, вот я сейчас могу умереть. Мочи, давай. Я понял, надо его мочить, а потом же активировать карту. Вот сейчас, да, вот это комбо 20. Я промахнулся, вот это комбо 20 у меня сейчас снялось. Короче, у меня либо Б, либо вообще там С. Короче, не, все плохо, надо, мне кажется, переигрывать. С
CS. Эй, конечно, будет A. Вот, кстати, теперь буду знать, то, что 20 ударов комбо — это S, золото. Правда, там все здания были разрушены, жизни. О, а чё ничего не чинилось? Эй, не понимаю, и ушла. Офигеть. Man, that was awesome. Thanks. Thanks, dude. The remaining crystals should be just up ahead. Получается, мы все кристаллы уже снесли, то есть... Хаос... Опа. Вечерок. По сути, мы все кристаллы. О, ура. Шестая. У нас осталась одна. Ууу! Опять? Ладно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Мегадекстер. Всем удачи. Friendship. Дружба. Всем удачи. Всем пока.